возвращаясь в прошлое Гавайских островов. Говорят, однажды там проснулась дикая и непредсказуемая богиня огня и вулкана Пеле. Чтобы выжить под властью этой неукротимой горячей женщины, жители Гавайских островов вынуждены были искать способы обуздания ее горячей энергии. Все девушки островов имели кусочек такой же силы, и танцуя, они научились сдерживать ее. Ай, купая на Пеле ике куко. Купая на Пеле. Купая на Пеле ике куко. Noah, no, yes, I can.